смартфон Precision Multiphone PEP4505 Duo. Это бюджетная модель с двухъядерным процессором Cortex A9 на 1,2 ГГц, 512 МБ оперативки, 4 ГБ встроенной памяти. Здесь экран 4,5 дюйма. Ну, собственно, и все достоинства данного аппарата. Просто он позиционируется именно как бюджетная модель. То есть не путать его с моделью 4500, которая на момент выпуска была флагманом. Итак, что в комплекте? Примечательно, что смартфон идет сразу же в фирменном кожаном чехле. Очень удобно его отсюда, очень удобно доставать. Вот так вот. Ну, это мы еще изучим в природных условиях. Кроме того, в комплекте еще инструкция, наушники, зарядка и кабель microUSB. То есть на все, что доктор прописал. Традиционно я смотрю на мощность зарядки. Думаю, она здесь 1 ампер. Не угадал. 700 миллиампер. В принципе, для такой модели нормально. Итак, перед нами модель 4505 Duo. Можно. Быстренько посмотрим, где тут какие элементы находятся. Итак, вот внизу находятся три сенсорные кнопки, 4,5-дюймовый экран, сверху фронтальная камера и датчики. Сверху традиционно для престижа уже, как видим, здесь находится аудиоразъем. И микро USB порт. Слева композиционный регулятор громкости. Внизу находится отверстие микрофона. Отверстие микрофона и щель для открывания задней крышки. И справа находится кнопка питания, блокировки экрана. Сзади находится камера, логотип и сетка динамика, которую мы уже слышали. И так он открывается снизу здесь щель. Аккумулятор 1800 мАч. Замены горячей нету. Крышка из плотного рифленого пластика. Мягко, когда закрывается, то все в порядке. Скрипов нет. Информацию посмотрим на телефоне. В принципе, 7419 для двухъядерного — это хороший показатель. MT6577 Dual Core процессор, двухъядерный, разрешение экрана
480 на 84, 240 DPI, FAR, VR, CGX531, графический процессор, память Азу здесь 512 мегабайт, конечно, не очень хорошо, но камера 8 мегапикселей, передняя 0,3 мегапикселя, Android 4.1.1. На данном смартфоне можно смотреть любимые фильмы и сериалы. Это сотрясение не похоже на обычное сейсмическое возмущение. Приборы показали практически неизменимую мощность, но ее уже нет. Играть практически в любые игры. Снимать видео вплоть до Full HD. И фото до 8 мегапикселей, но среднего качества. Батарея держит неплохо, 7 часов разговоров или 6 часов видео. Достойный смартфон, как говорится, на все случаи жизни, с двумя сим-картами, приличным аккумулятором, 8-мегапиксельной камерой, двухъядерным процессором и так далее. По цене всего лишь $170. Знакомьтесь с другими бюджетными моделями, оставляйте свои комментарии, лайки и подпишитесь на мой канал.